Родники, спасибо тебе за субскрупного бустера. Да, спасибо. Да пошел, Слава, такая крыса. Бля, пизда. Слава заснул и все, не отвечает. Соснул. Мы ему звоним, короче, он сбрасывает нахуй турбан. Вообще просто даже не хочет на контакт выйти. Даже там, не знаю, я сплю там попозже чуть. Ну ладно, бывает, пацаны, бля. 15 тысяч онлайн за сколько? За 11 минут, охуеть. Причем то, что час утра, и как вы еще до 4 утра стримили. Блин. Арина, мы тебя ждем. Стас, привет. Мы тебя любим. А, Арина писала, как ты себя чувствуешь? Я нормально себя чувствую. Все, не еду, что так отмена? Нет, какая отмена, все нормально, блин. А что тебя зовут Илюха, Илю? А что это означает? 2500 майка. Илю. У меня, по-моему, типа, та же шьется, где... А. Что означает твой этот рук? Или... Я видно? Тебя? Диман, блядь, тебя... Блядь, Диман, нет, не видно. Я и старый, блядь. Никто от нее не уйдет. Да, блядь, что у меня хуярит? Всех она ждет. Просто касание, будут касание, и все. И они тоже старики. Алло. Блять! Ты строго обосрался! Бля, у меня голая ш, сука! Голые шлюхи! Хантик, давай я тебе этот. Как его вот эту хуйню? Ну вот эту хуйню! Давай ты мне! Отцовского вещи! Не, давай! Я помню тебя! Не, давай! Кровать! Давай 5 левел добиваем, я тебе этого лося пробиваю. Да, вот эту хуйню. Да. Давай. Ты знаешь, согласен? Да, давай. Он мне в школе прям сильно ёбнешь. Прям сильно. Друг, ну, да не, нормально ёбнешь. Не, ну давай. Чтобы нормально а было. Ты уверен, тебе? Ну, не, вот так вот. Ну типа это же просто... Давай, давай в инсту. Потому что мы сюда не давай, надо. Окей, давай. Тебе в инстаграм в сторис. Ой, ебать, я тебе просто пробиваю. Ну я мне контент охуярил. Согласен? Да, давай. Я типа, ебать, если кровавь ебашу. 5 левел добиваем. Не, блядь. Давай друг друга ёбнем. Не, давай я тебе просто. Да похуй, давай, что такого? Не. Ну нормально просто. Да блядь, что ты стекло такое? Да, давай, ебало, я не понимаю. Я давай тебе в инстаграм как тебе. В смысле, ебало, ты дебил? Ты вот так вот делаешь и просто сосись. Ну как, ладно, не совсем нормально бьешь просто. Не. Это не будет больно сильно. Это будет больно. Он строго только бить умеет. Он строго сыкло получается, да? Ой, ебать, у меня чат. Что? Ну строго сыкло писали. Да, надо будет. У меня наушники спиздили, пацаны. У нас крыса где-то появилась, пацаны. У меня спиздили, короче, я сначала думал, то, что у меня украли кейс от наушников. Типа от AirPods, но беспроводных. И еще нет, короче, просто проводных наушников. Ты что, куда сел? Давай сюда. И, что, короче, как блядь, соло, как... Да сюда садись, сюда же. Я искал наушники. Не. Там все должны были проводиться. Чтобы не повторять. Что, все, блядь? Он в капкан попал, блядь. Что, я не крыса? Вот. И, короче, оказалось, что я кейс от наушников оставил в такси, и мне чел привезет. Благо, там нормальный чел. А вот проводные наушники кто-то спизданул, и типа, я не знаю. А у тебя еще и проводные были? Так да, просто подсы, типа, проводные наушники. И вот мы думаем, блядь, кто из нашей компании мог по случайности взять, либо кто-то реально у нас клептоман, блядь. Срока спиздил тебе же. Ты что не договариваешь? Знаете, будем прощаться, а строго в AirPods, блядь. Так, пока, парни. Генсуха, так они вместе искали. Слышишь? AirPods сегодня. А ты же вместе с Генсухой искал? А? Вместе с Генсухой искал? А вдруг это она забрала? Не. Мне кажется, кто-то так чисто по инерции. Лёх, дай ему отбор. Кто-то по инерции случайно взял, блядь. Ну давай, хуярь. Ты тебе давай. Да нет, ты нормально. Блядь. Чё забыл? Блядь. Нет, нормально. Здорово. Диман, ты можешь мне въебать? Здорово, спасибо, пацаны. Не так, давай встречаться, Марс. Давай, лося, от строго. Не, вот это нормально было. Все, давайте. Мы просыпаемся, да, все. Куда ты пришли, ебашь? Да, все, давай. По стриму нормально. Готов? Да. Давай точно? Да. Сейчас батя и сын в кадре будут. Ой. Ребят, батя и сын в кадре. Ну чё, где диплом, где аттестат? Почему двойки в школе? Почему учительница звонит мне? Закончил с одной тройкой, Дима. С одной тройкой закончил. Предмет какой тройка? Химия? Угу. Почему тройка? Ну, не дается предмет. Не дается предмет. А как деньги погулять дать, так дается, да? Когда я у тебя деньги-то просил последний раз? Пока троек не было, просил. Потом перестал. Зарабатывать стал. Так что, ребят, смотрите.
Получаете тройки, зарабатываете. Шучу, шучу. Нет, не надо так делать. Не надо делать, как Викантик, ребят. Типичный разговор. Чтобы вы понимали, строго бьет лося караваю. Я бы мог показать это, но мне кажется, Илюха может голенький выскочить. Пацаны, у меня кожа нереально лезет, просто нереально. Я не знаю, я сгорел очень, очень жестко сильно. Сейчас грязюку пойдем в прямом смысле месить. Все, идет. Стример, уходим. Все, меня внимали, пацаны, я отмечаю строго, короче. Не, он первый раз мало, очень слабо бил. Сейчас нормально. Я не слышал, как кровавая была, как еще. Какие бы я самурай так ударил? Ну, как ударил? Охуеть, блядь, да он улетел. Не, ну, кстати, не-не, ты, кстати, стукнул. Не, было бы похуй вообще. Не-не, ты стукнул, у меня немного отдало просто в голову, чуть-чуть. Сейчас и будет бежать, подстава, блядь. Нет. Он меня хотел реально подставить, нахуй, козел, говорит, падай, нахуй. Говорит, давайте вот так вот в него падай. Нужно было пацанову засесть. Все, я тебя закинул в сторис, нахуй. Нужно было пацанову снимать. Приятного аппетита, малыш. Хотим все туда. Ебать, он слабый. Бля, может, бля, давайте я тебе в сторис. Это же пиздец, 30 человек тебе. Сейчас подпишешься, 5000 где-то нахуй. Не-не-не. Пацаны, подписывайся на мой инстаграм, там все, я залил. Да давай! Не буду. Да тебе в инстаграм пятеро залетит, да пошли. Да я еще отлечу нахуй. Да я не буду, не ваше, похуй. Мне похуй. Можешь мне уебать кровать, мне похуй. Тебе? Мне похуй. Чё, ну, я, бля, я уже испытал все нахуй. Бля, ну пошли. Все просто один. Ты хочешь раздуться или как просто? Мне еще похуй. Ну да хотя бы, бля, на стриме вообще можешь? Нет, на стриме, говорят, не надо нахуй. Ну, блядь, на своим онлайном пизду. Барабёры. Блядь, устраняю конкурентов. Go ahead, be gone with it.